возник гарантийный срок магазина закончился и товар сломался, хотя фирма-производитель дает гарантию 7 лет. Куда нам теперь обращаться? Ни одна мастерская города не берется за ремонт. Данные отношения также регламентированы законом о защите прав потребителя. С одной стороны у нас выступает потребитель, с другой стороны у нас выступает изготовитель, исполнитель или продавец. В данном случае у нас изготовитель получается. Он у нас устанавливает гарантийный срок, срок службы или срок годности товара. В нашем случае, я думаю, что установил он не гарантийный срок, а именно срок службы товара. В течение срока службы товара изготовитель обязан обеспечить его ремонт и обслуживание. То есть в нашей ситуации нужно будет обращаться не к продавцу, а к изготовителю непосредственно. То есть в любом случае все, там, либо гарантийный срок может быть установлен, либо срок службы товара. Это все письменно излагается в документации, которая прилагается к самому товару, правильно? И там наверняка написаны центры, в которых гарантийное обслуживание осуществляется, либо дилеры, к которым обращаться нужно при обнаружении недостатков в товаре.